Я покажу, как я делаю, как я делаю. А там уже повторять за мной или не повторять, это уже ваше дело. Да, не забудьте, в конце видео ответ будет на один вопрос от подписчиков. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы будем обрезать тую колонну. Ну, эту я уже обрезал. Я обрезаю не первый год, поэтому сегодня будет плановая обстрижка их. Я уже за двором я обстриг, сейчас покажу вам. А вот это я постригал в обед. Вон там дальше, если можно видеть, изгородь из восточной туи. А вот эти три туи колоновидные, я держу их в таком состоянии. То есть постоянно постригаю. Сегодня подстриг тоже. Ну и заодно решил вам показать, как это делаю я. А здесь... Здесь мы сейчас начнем только обрезать. И начнем мы, как всегда, сверху. Кстати, этой туи уже около 12 лет. И тем туям вот высоким, если вы посмотрите, там тоже там не намного больше. Им около 20 лет. Ну, если бы я ее не держал в таком состоянии, она уже была бы метра три. Поэтому каждый год я обрезаю три раза за лето. За лето обрезаю, да, три раза. И это июнь, июль и август. Может быть, я сейчас обрежу, еще раз понадобится обрезать. Где-то примерно, ну, в конце августа, сентябрь. Ну, так, начнем. Начинаем сверху. Итак, мы постригли тую колоновидную колонну, а сейчас там вопрос от подписчика был, почему вы не выращиваете тую смарагд, почему? Ну, я как-то сказал, что я не выращиваю тую смарагд. У меня, если честно, личная неприязнь, ну, поймите меня правильно, я раньше занимался зеленением и знаю, что такое посадить смарагд и что такое посадить колонну.
И что такое посадить барабант или холст? Самая плохая и как для меня, лично для меня, для посадок это туя смарагд. Потому что она может расти 10 лет, а потом внезапно, в один прекрасный год, зимой, взять и обгореть. Обгорает одна сторона, к примеру, и потом восстановлению она очень долго поддается. Такая туя западная, колумна, к примеру, и брабант, холструп, и лоу-риббон желтый. Она прекрасно переносит стрижку, прекрасно переносит зимы, то есть ветра, ничего страшного нету, она ничего не боится. Она настолько прихотлива, я выращиваю ее давно, с ней знаком. Ну, я, конечно, слукавил, что сказал, что вообще не выращиваю смарагд. У нас есть кустов 300, мы их готовим к черенкованию, то есть будем черенковать, размножать, тоже делать. То есть просто ожидает предложения. Все так рвутся за туи смарагд, что мне приходится начать ее дальше разводить. И тоже будет в нашем интернет-магазине когда-нибудь черенками обязательно будет смарагд. Ну а в данный момент туя колонна самый лучший вариант, самый простой и самый надежный. Здесь у нас еще стоит туя колоновидная колонна тоже, но не постриженная. Вот она. Ей уже 8 лет, даже шишки на ней появились. То есть она не стриженная. Постригать надо, потому что если вы хотите сохранить в одном росте, то есть в таком, так и начинаете ее стричь, и она спокойно будет себя чувствовать нормально, уверенно. И постригать надо, чтобы не появлялись даже шишки, она тогда точно не будет шишек на ней. Ну, как вот это стоит на ней, никогда не было шишек, она довольна. Естественно, они отличаются. Ну, постригать или не постригать, конечно же, дело ваше. Ну, колоновидное, вот если таких вот, как постриженных, посадить в ряд штук 10, будет очень прекрасный вид, очень шикарный, прекрасный, и выглядеть очень богато будет.